Если у кого-то из власть имущих не работает голова, то, как правило, ответ несет его «Опа». Здравствуйте. Поговорим на такую тему. Чем болеешь, медицина? Уже пошел второй год, как в мире свирепствует ковид. За это время мы все намного поумнели в медицинской сфере. Знаем массу специфических терминов, все это неплохо, самообразование еще никому не мешало. Но выявились и болячки, о наличии которых ранее не подозревали, по крайней мере, у нас в Башкортостане. Так вот, в республике самым серьезным образом больна, считаю, сама медицина, вся система башкирского здравоохранения. Первые звоночки пошли с чехардой по замене руководства регионального Минздрава. Помните? Нынче там удобный во всех отношениях для властей Башкортостана руководитель. Позже грянула сама пандемия и сразу же громкий скандал в республиканской клинической больнице имени Куватова. Потом начались мутные финансовые транши на счета непонятных поставщиков на приобретение одноразовых перчаток, масок, халатов. И в общем, в целом, тогда стало окончательно ясно, что к борьбе с нашествием любого вируса, а не только ковида, мы оказались не готовы. От слова совсем. Мощность единственной уфимской инфекционки пришлось в срочном порядке усиливать возведением дополнительных ковид-госпиталей. Попутно перепрофилируя для карантина даже санатория, специализированные клиники. Но и это еще не все. Самое печальное, темпы вакцинации населения впоследствии оказались на предельно низком уровне по сравнению, к примеру, с ближайшими соседними регионами. Оттого и стала наша республика пионером в кавычках по ужесточению ограничительных мер в первый месяц нынешнего лета. Логичный, словом, финал. Теперь о проблеме медицинских кадров. Их практически нет в сельской глубинке и в малых городах. На прием к узким специалистам везут в Уфу или к более обеспеченным в кадровом отношении соседям – в Челябинскую область, в Татарстан. И это при том, что есть у нас свой профильный вуз. Долго и вкусно обсуждалась в республике программа «Земский доктор». Другие красивости. Что же происходит? Может быть, хватит уже в башкирской медицинской филармонии лишь мебель переставлять? А поставив окончательный диагноз, приступить к лечению самого здравоохранения. На сегодня это все. Не прощаюсь. Всех благ. С вами Элиана Саитова.